привіт на телеканалі Віка, дієві особи. Сьогодні в нас дуже цікаве дійство буде відбуватися у студії. Дуже цікава тема – це чайна церемонія, це чай, все, що із ним пов'язано. Культурі чайній вже понад 5 тисяч років. Здавалося, за цей час можна дізнатися все про нього. Однак багато хто з нас п'є чай неправильно, багато хто не може отримати від цього напою справжнє задоволення, духовне задоволення. І багато хто не знає, яку користь несе нам цей напій. Якщо вам цікаво почути відповіді на ці запитання, дивіться нас упродовж години. Я сподіваюся, що ви отримаєте в червні відповіді. І зараз вам представляю наших гостей. Це Оксана Пархоменко, майстер чайної церемонії, наставник школи Шафутфань. Також Валентина Іванівна та Тетяна, учениці цієї школи. Всіх рада вітати у студії дієвих осіб. Привіт усім! Здравствуйте. З яким настроєм ви сьогодні до нас прийшли? Ну, з прекрасним настроєнням подарити вам і собі приємні емоції. Сподіваюся, що все це сьогодні тут відбудеться, все це станеться. Ви отримаєте справжнє задоволення від нашої студійної бесіди. І також зможете до неї долучитися за студійним номером 37 53 33. Телефонуйте до нас, задавайте запитання, діліться власним досвідом, власними історіями та власними знаннями. Ми з задоволенням поспілкуємося з вами і з нетерпінням чекатимемо на ваші дзвінки. Хочу звернути вашу увагу, що в нашій студії сьогодні така дуже специфічна, своєрідна, приємна атмосфера сходу, це і музика відповідна, і свічки, і дуже багато всякого приладдя саме для чайної церемонії. Про все це ми будемо говорити упродовж наступної години. Для початку хотілося б почути від вас, Оксано, трішки інформації про школу Шафутфань, тому що, можливо, не всі наші глядачі знають, де вона розташована, чому саме навчає, хто у ній навчається і яку філософію вона сповідує. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Пархоменко Оксана. Я занимаюсь более 14 лет в школе конфу Шафутфань. Значит, школа конфу Шафутфань, что в переводе означает клан пяти боевых котов. Нашего учителя зовут Скубаев Владимир Иванович. Значит, он на протяжении 6 лет находился в Лаосе и получал там знания. Учитель – это уникальный человек, который смог получить те знания, которые хранились долгими веками в древнем лаосском монастыре. И вот такой человек должен обладать высокой духовной культурой прежде всего, моральностью, человеческими качествами, воинскими качествами. И вот когда учитель приехал в город Черкасы, началось построение школы конфу Шафутфань и построение храма. Значит, этот храм является единственным в Европе храмом воинских искусств. Около 20 лет строится храм. Он находится на берегу Днепра, в самом сердце Украины, по адресу спуск Франко, 4. Многие жители города Черкас не знают вообще, что в нашем городе есть такая уникальная памятка, да, и культурная, и историческая, и духовная. То есть многие люди приезжают с востока, с запада, с севера, юга, я не знаю, но половина горожан Черкас именно не знает, что у нас находится именно такой храм. Поэтому я хотела бы всех жителей города Черкас пригласить. Каждое воскресенье у нас проводятся экскурсии на 12 часов дня. Поэтому приходите, мы будем вас ждать. Ось так. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про чайну церемонію. Яке місце чайна церемонія займає у житті школи Шафутфань? Ну, значить, школа конфу – це цільне знання. Це знання о природі. Учитель говорить, закони конфу – це закони життя, закони природи. Тому чоловік має бути гармонічним в сучасному світі, да, в відносинах з іншими людьми. І конфу – це метод розвитку такої особистості. Тобто в школі також є направлення по йогі. Наприклад, не кожному чоловіку і по здоров'ю, і по внутрішнім качествам яким-то підходить конфу, тому що конфу – це для сильних, для терпеливих, тобто це для воїнів. Також в школі є йога. І от сьогодні к нам в студію, якраз к вам в студії, прийшли учениці по йогі, які вам позже свої и, ну, расскажут ощущения, впечатления. И чайная церемония, сам чай, занимает также достойное место, потому что чай, вот на Востоке говорят, вино дает человеку храбрость, а чай дает человеку мудрость. Поэтому, когда человек этот напиток постоянно
пьет, но правильно пьет, правильно заваривает, то человек становится более мудрым, более тонко чувствующим. На Востоке говорят, чай – это чудесное снадобье, питающее жизнь. Чайная церемония – путь к самопознанию. То есть с помощью чая достигают тонких состояний, и в этих состояниях могут творить художники, музыканты, философы, поэты. Как бы это целый путь внутреннего самопознания. Дякую, Оксана. І хочу нагадати глядачам, що ми чекаємо на ваші дзвінки за студійним номером 37 53 33. Усі, хто до нас дотелефонується, перші два глядачі отримують ось такі запрошення. Це запрошення від спортивно-оздоровчого комплексу «Дніпроплазма Джим», оскільки ми сьогодні говоримо і про духовне здоров'я, і про фізичне здоров'я. Тому з цим запрошенням ви зможете один день занять у спорткомплексі «Дніпроплаза Джим» отримати безкоштовно. Тому телефонуйте, задавайте нам запитання, отримуйте від нас призи і від наших партнерів. Ну і ми вже трішки згадали про те, що у вас є йога, так, у вашій школі. І ось дві учениці школи Шафутфань, це Тетяна Іванівна, Валентина Іванівна, перепрошую, та Тетяна. Валентина Іванівна, хотілося б почути, скільки ви займаєтесь у школі йогою, взагалі, що вас пов'язує з цією школою, будь ласка. Я в школі займаюся більше 2 років. Ну, как бы, что меня подтолкнуло к этому, честно сказать, здоровье. Потому что на медицину, конечно, мы надеемся, но хотелось бы, чтобы это здоровье можно было поправить какими-то другими методами и средствами. И вот вначале мы отдали туда своего внука в школу кунг-фу. Занималась Оксана Дмитриевна. А потом как-то само по себе втянулись и родители, и бабушки, и дедушки. И вот я присоединилась к группе по йоге. Я вам скажу, что, конечно, очень квалифицированные и очень знающие и специалисты, если так сказать, а это наши наставники, учителя, дают нам знания. Ощущения и в теле, и в внешнем каком-то своем взаимоотношении с семьей, с окружающими резко меняется. Чувствуешь себя подтянутее, моложе, бодрее и духом, и телом. И поэтому большое спасибо хочу сказать своему наставнику Оксане Дмитриевне за то, что она прикладывает такие огромные усилия для нашего поддержания нас. Значит, по поводу чая я хочу сказать, что у нас после каждого занятия существует как бы уже традиция. Мы заканчиваем занятия чаепитием. И вот предложить чашечку чая можно как бы с разных позиций. Это может быть и беседа какая-то, и как-то чувство коллективизма воспитывается в этом. И, может быть, какие-то свои, хочется мысли высказать. И вот, когда мы пьем чай, то у нас единение какое-то происходит. Своего рода медитация. И поэтому каждое занятие, когда у нас заканчивается такой процедурой, можно сказать, мы выходим оттуда очень окрыленные и духовно, и физически. Що ви можете розповісти про корисні властивості чаю і дію чаю на організм? Тобто, як він діє? Значить, чай прийшов к нам, родина являється Китай. Потом он распространился на Юго-Восточную Азию, попал к нам в Европу. И в древности, и по сей день чай употребляют зеленый, черный, белый чай есть, и другие разновидности в разных ситуациях. Значит, несмотря на это, в чае содержится очень много микроэлементов и витаминов, и как бы приходят в порядок нарушения, например, обмена веществ в организме. Это можно и ожирение, отложение солей как-то, ну, стимулировать все это чаем, чтобы избавиться от таких болезней. Потом в дыхательной системе, например, во время питья чая
намного больше происходит вдыхание и выдыхание воздуха. И когда человек заболевает, естественно, надо ему выпить этот чай, который бы смог сбалансировать температуру. Это у нас зеленый чай. Чай является регулятором теплообмена в человеке. Недаром на Востоке и в Средней Азии люди избавляются от жары путем выпивания, значит, большого количества зеленого чая. Кроме этого, если использовать чай черный для лечения желудочно-кишечного тракта, то, взяв даже небольшую щепотку черного чая и пожевав, проглотив, конечно, его, можно как-то снять спазмы в организме. В общем, выпивая чай после обеда, он стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и быстрее переваривается пища в организме, особенно тяжелая и жирная. В сердечно-сосудистой системе тоже чай оказывает благотворное влияние благодаря витаминам, которые там находятся. Например, самое большое место занимает витамин R. Он сохраняет в организме витамин С, который нужен нашему организму для поддержания иммунной системы в частности. А содержащиеся соли железа в чае, они как бы стимулируют кровоток, циркуляция крови усиливается, благотворно влияет на стенки сосудов, становятся более эластичными и, говорят, даже стимулирует мышление человека, то есть обмен происходит благотворно в организме. Вот. Ну, что еще можно сказать? Например, гипертоника, можно чай употреблять, так как в нем содержится алкалоид теин, который усваивается организмом намного мягче и проще, чем, например, кофеин в кофе. Поэтому гипертоникам не советуют, и так давление как бы у людей повышенное. А вот чай можно пить в умеренных количествах, естественно. Дякую вам, Валентина Іванівна. Таню, цікаво почути, з чого почався ваш шлях у йогі, так як ви до цього прийшли, до того, що ви захотіли займатися саме йогою і прийшли в школу шифутування. Ну, перше моє знайомство зі школою відбулося приблизно півтора року тому. Якраз в зимовий період я шукала, чим би зайнятися для себе, для здоров'я, і вже з поглядом на майбутнє відчувала прихід весни. І, звичайно, як будь-якій дівчині, хотілося мені зайнятися власним здоров'ям і підтягнути трішечки фігуру, готуючись до пляжного сезону. От. І перш за все я шукала не просто тренажерну залу, я шукала те місце, де я зможу відчувати себе як вдома, шукала собі таких близьких по духу людей. І, на щастя, я знайшла, прийшла випадково, можна сказати, але зараз я бачу, що нічого випадкового не буває. Прийшла до школи, почала займатися йогою. І через деякий час пішла далі, вже зараз я займаюся і кунг-фу. Ну, хочу сказати, що, по-перше, всіх цілей, які я ставила перед собою, я досягла. Досягла приємно, досягла дуже швидко. І навіть більше, я не очікувала на такі результати. Я не лише фізично знайшла для себе місце, де я можу реалізуватися, а ще й великий, просто колосальний духовний потенціал існує в школі. І з кожним днем, з кожним місяцем перебування в школі як учениця, я відкриваю все нові і нові горизонти. І розумію, наскільки це глибоко, наскільки дуже колосальна східна культура. І вона ось тут біля нас поруч. Знаєте, ми шукаємо десь цю екзотику, цю духовність, десь їдемо в екзотичні країни, хтось шукає в Таїланді, в Індії, а ось вона тут є поруч. Знайшлися люди, які привезли її сюди до нас, а ми, на жаль, не помічаємо, ходимо повз і ніби
ніби його немає тут. Але зараз ті гості міста Черкаси, навіть з інших країн, які приїздять до мене, я стараюся завжди повести в храм на екскурсію, де Оксана Дмитрівна, вона дуже цікаво розповідає. Вона проводить не лише екскурсію по храму, вона незвична ця екскурсія, вона не лише показує якби такі визначні місця, а ще можна багато чого для себе дізнатися, про себе, дуже корисного в житті, пізнати, як, наприклад, очиститися, кожен день знімати з себе стрес, знімати з себе втому, також як брати енергію від природи і як взаємодіяти з оточуючим нас світом. Дуже цікаво. Щодо чайної церемонії, ви безпосередньо за цей час, який займаєтесь в школі, мабуть, були вже учасником чайної церемонії, були присутньою. Які відчуття у вас виникають, от саме враховуючи атмосферу чайної церемонії і саму церемонію? Ну, як Оксана Дмитрівна вже казала, що зараз у нас ми звикли до чаю. Це таке буденне для нас дійство. Щоранку ми заварюємо чашечку чаю. Багато людей навіть користуються чаєм у пакетиках. Так, це зручно, це звичайно так буденно. Але чайна церемонія, вона дозволяє поглянути на це дійство з іншої сторони, зі сторони духовної. І це дійсно як свого роду медитація. І для мене, я побувала на чайній церемонії, відкрила в цьому дійстві для себе дуже багато, дуже велику глибину, тому що має значення все, і навіть температура води, і якість чаю, з чаєм потрібно знайомитися, це все для мене було нове. І зараз, звичайно, я продовжую відкривати для себе нові якості чаю, мені цікаво дізнаватися, знайомитися з різними сортами чаю. От. І чайна церемонія, вона проходить близько 2 годин, але цей час, він спливає зовсім непомітно. Все це дуже з приємною музикою і з приємним спілкуванням, з філософськими такими думками, і виходиш після неї з таким відчуттям спокою, глибокого такого спокою, чого не вистачає нам в повсякденному житті. Ми протягом робочих днів ми собі накопичуємо стрес, а ось ми маємо змогу відвідати чайну церемонію і зняти весь той стрес, який у нас є. Сьогодні всі наші глядачі матимуть змогу відвідати чайну церемонію, принаймні будучи по той бік екрану, ви все зможете побачити те, що у нас буде відбуватися у студії. Нагадую, що номер студії 37 53 33. Телефонуйте до нас, ставте запитання, діліться знаннями, діліться досвідом. Вигравайте квиточок до Дніпро-Плази Джим, спортивного комплексу, спортивно-оздоровчого комплексу на один день безкоштовних занять. Ну і перед тим, як перейти безпосередньо до чайної церемонії, я пропоную усім глядачам переглянути разом з нами відео. Це відеоматеріал, який підготували наші кореспонденти про чайну церемонію, як відбувається все безпосередньо вже у школі Шафутфань на території клубу «Білий лотос». Отож, дивимося це відео, не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого, розмови, чайна церемонія, отож, лишайтеся з нами. У наймальовничішому районі міста Григорій Іванович мешкає все життя. Як звели храм, пригадує чоловік, брати узялися прибирати вулицю. Вони прибирали спочатку вулиці, спочатку переулка, всього, ну, спуску до кінця. Тепер вони тільки коло себе там прибирають. Ну, сміття люди безсовісні кидають. Попри те, що не всі розуміють спосіб життя сусідів-буддистів, порядку поблизу радіють. Дуже навіть нічого. Ну, вони нам не мішають, звичайні, нормальні, хороші люди. Щонеділі унікальну пам'ятку відвідують туристи з усієї країни та з-за кордону. Екскурсію починають біля храму, пропонують торкнутися дуба сили, вклонитися Будді, запалити ароматичні палички і поставити їх до священної споруди – ступи вертикальної моделі світу. Кожний цвіт відповідає бажанню. Розовий – це любов, зелений – цвіт багатства, жовтий – це цвіт здоров'я, а білий – цвіт удачі.
Вхід до храму прикрашає маска. За переказами, вона у кілька разів збільшує біополе людини. Утім, головних святинь тут кілька. Серед них камінь, який поєднує із зіркою Сіріус. З допомогою цього каменя можна спілкуватися з богами, можна виходити в інформаційне поле Вселенної, і камінь впливає на чоловіка, тобто на рівні ментальному і астральному. У молитовному залі центральна фігура вівтаря – дерев'яний Аді Будда. Когда на Будду смотреть этого, то можно увидеть либо свое будущее, либо свое прошлое. У дзвонарні учасники екскурсії мають нагоду почути звук космічної енергії. Та послухати мантру під удари ритуального барабану. А ще дізнатися формулу життя, записану біля вівтаря. Завершує екскурсію чайна церемонія. Сьогодні ми чай, це наша чайна церемонія. Золотые иглы используем. Это желтый чай. На 1 килограмм такого чая уходит 25 тысяч почек чайного листа. Собирают его в конце марта в течение 3 дней. Ведуча вчить основам чаювання. Так, аби чай розкрив свій справжній смак, воду не варто доводити до кипіння. А перш ніж смакувати напій, подумати про приємне та вдихнути його аромат. Думаю, одне з дуже небагатьох місць, де можна доторкнутися до східної культури. Це досить таке цікаве. Думаю, багатьом цікаво не тільки по фільмах подивитися, але і вживу поспілкуватися з людьми, які цим займаються, які розуміють це не просто на словах, а більш глибоко. Школа существует более 20 лет. Центр школы находится в городе Черкасы. Учитель учился в Лаосе у великого учителя и принес знания на Украину. Почему именно на Украине и в городе Черкасы? Значит, это исторически обусловлено место, так как тут в древности был построен храм, ведический храм, который находился на острове, назывался «Три дня пути». У Черкасах послідовників учителя майже 800. Усі вони загартовують тіло та душу, а ще допомагають розбудовувати святиню. Так, коли почали зводити духовну обитель, знайшли статуетку воїна давнього походження. На місці знахідки забило джерело, а послідовники переконалися, що місце для храму обрали правильне – між двох пагорбів поблизу річки. У храмі можна не лише долучитися до філософії буддизму, побувати на справжній чайній церемонії, опанувати духовні практики, а ще й здійснити свою мрію. Для цього варто озброїтись монеткою, загадати бажання і поцілити нею у кам'яну черепаху. Це «Дієві особи» на телеканалі «Віка». Сьогодні ми говоримо про чайну церемонію, про чаювання, про чай. Хочу ще раз вам представити наші гості. Це Оксана Пархоменко, майстер чайної церемонії, наставник школи шафутфання, також учениці цієї школи Валентина Іванівна та Тетяна. Ну і зараз я, власне, вже пропоную перейти до самої чайної церемонії, щоб ви розказали, з чого вона розпочинається. Ну, і, звісно, показували нам все, тому що багато цікавого приладдя. Я думаю, що глядачам буде цікаво дізнатися, що це і для чого. Ну, как бы настоящая чайная церемония, да, это целое чайное действие, которое вначале начинается с омовения. То есть человек должен умыть свои руки, умыть свое лицо, чтобы очиститься. Потом читается мантра, то есть это молитва. То есть человек должен быть чистым, чистым подойти к чаю, потому что чай, он отвечает на все желания, на все человеческие мысли. То есть если человек плохо думает, да, с плохими мыслями, чай не откроется никогда. Если человек думает о хорошем, о чем-то, то чай всегда вам как бы откроется. Вот, к примеру, если человек замерз, чай всегда его согреет. Если вы, например, заболели, то чай вас очистит. Если вам не с кем поговорить, то есть, ну, одиночество, да, какое-то ощущает человек, то выпейте чашечку чая, и вам станет хорошо, то есть чай – это прекрасный собеседник. Поэтому чай дает то, что человеку необходимо в конкретный момент. Сегодня мы по возможности, насколько это можно в студии, сделаем чайную церемонию. Значит, для чайной церемонии необходима вот такая чайная доска. Она находится специальным поддоном внутри, то есть когда вода проливается здесь, то вода попадает прямо в поддон. Далее
есть такая вот чаша, она называется чаша для знакомств с чаем. То есть она специально вот такого белого чистого цвета для того, чтобы сюда засыпался чай, и человек с ним мог познакомиться, то есть увидеть в домашних условиях, если человек сам себе заваривает чай, то вы можете, например, в ладонь. Засыпали в ладонь, познакомились с ним, вдохнули его аромат и потом только заваривать. То есть никогда нельзя сыпать вот насыпью, лишь бы сыпнуть. То есть чай никогда не откроется. Ученые, когда исследовали чай, то они, ну, когда свойства чая, что даже на полках магазинов чай живой. То есть в нем проходят сложные биохимические процессы. Поэтому если вы хотите все-таки, ну, чтобы чай отдал вам максимально полезных свойств, нужно с ним поговорить, познакомиться. И вот сегодня мы это будем делать с вами. Далее, прежде чем мы приступим к чайной церемонии, я вам вкратце покажу и расскажу, какие бывают на храме чайные церемонии. Например, есть такие сосуд, называется гайвань. Вот в древности пили, не было чашек, да, индивидуальных, и были такие гайвани. Здесь прям заваривали чай, она состоит вот из трех посудинок. Крышечка специально, вот если увидеть, то неплотно прилегает. Для того, чтобы когда человек прям с гайвани пьет, то листья чайные остаются в гайвани, а чай попадает к человеку как бы вовнутрь. Но потом с помощью гайвани уже использовали как чайник, и были индивидуальные пиалы, в которые разливали уже чай. Далее вот есть, вы видите, две пиалы. Это называется небо и земля, то есть такие пиалы используются в чайной церемонии гунфу чай. Большая пиала соответствует небу, маленькая земле. И вот когда наливается сюда, потом переворачивается, то есть накрывается сверху, переворачивается и идет как бы движение по чакрам, то есть сквозь тело человек от верхней чакры до нижней пронизывает и потом открывает, снимает и отсюда уже пьет чай. То есть это тоже очень интересное действие. Это все можно, вот, когда посещать храм, например, во время чайных церемоний. Далее вот вы видите вот такие маленькие чайнички, да, уникальные. Почему? Потому что в них заваривается мгновенно. То есть заливается это также для гунфу чая, именно вот для таких маленьких пиал заливает, засыпается чай. Но если вы завариваете в глиняных чайниках, например, то вначале нужно всегда прогревать глину. Это все обучается также на чайных церемониях. То есть нельзя никогда, если в глине, нельзя в холодную глину заваривать чай. Почему? Потому что энергия там холодная. Если засыпать чай, то он замерзнет. То есть вначале нужно заменить холодную энергию на горячую. Потом слить эту воду и потом уже заваривать в прогретом чайнике, то есть с янской энергией, этот чай. И теперь мы вот начнем наблюдение. Мы специально с собой привезли такую плитку. Значит, чайная церемония – это взаимодействие пяти материй энергии. Я прошу всех вот телезрителей обратить внимание на воду. Это тоже красивое, уникальное действие, вот когда идет наблюдение за кипящей водой, за подготовкой воды для чая именно в прозрачном чайнике. Потому что в древности не было таких чайников. И наблюдали, открывали крышечку и просто сверху наблюдали. Почему? Потому что если вы завариваете чай в мертвой воде, ну то есть это кипяченой воде, вот если вода перекипела, то чай, просто чайные листья обожжутся и они, ну, не откроются. То есть вы, ну, как на Востоке говорят, качество отборного чая и его мягкий аромат могут быть поняты только через посредство правильно приготовленной воды. То есть если вы купили самый дорогой чай и залили его просто кипятком, то у вас ничего не получится. То есть, ну, поэтому нужно еще и уметь заваривать чай. И вот обратите внимание, сейчас начинается первая стадия подготовки воды. Значит, есть три этапа подготовки воды к чаю. Первый этап – это когда на дне чайника
такие маленькие пузырьки. Они называются крабьи глаза. Потом, когда эти пузырьки начинают увеличиваться, они называются рачьи глаза. Значит, это называется первый этап кипения. Когда мы увидим мелкий стремительный подъем пузырьков вверх, это будет второй этап, он называется жемчужные нити. Сейчас мы это будем наблюдать. Значит, чайная церемония – это взаимодействие пяти материй энергии. Это вода, первая материя, то есть правильно приготовить. Вот если какой-то элемент из пяти элементов вы неправильно подготовите, чай не получится. Второй элемент – это огонь. Значит, раньше, в древности, варили воду на огне, на костре. И контролировали сам огонь, процесс огня, с помощью вееров больших. Но как бы в современном мире, да, уже есть возможность вот с помощью таких плит подготовить воду, потому что энергия огня все равно должна присутствовать в чайной церемонии. Третья материя энергия – это посуда, в которой готовится чай. Если это глина, то это должна быть хорошая глина. Если это фарфор, стекло, то это должно быть хорошее стекло, качественное. Это не должна быть старая посуда и не должна быть новая посуда, потому что в старой посуде слишком много инской энергии, в новой янской, поэтому нужно вот находить середину. То есть в начальных церемониях используется посуда, вот, которая уже должна хоть чуть-чуть, скажем так, оживить ее. То есть и потом уже можно использовать в чайных церемониях. И вот вы наблюдаете рачьи глаза, которые превращаются в рыбьи глаза. То есть это когда еще больше становятся пузырьки, самые большие пузырьки, это называется рыбьи глаза. Вот так. Поэтому можете наблюдать. И по поводу огня. Огонь должен быть культуры и войны. То есть два вида огня должно присутствовать. Вот такой огонь контролировали с помощью, опять же, вееров. То есть, если большие тяжелые движения, это был огонь культуры. Если мелкие, стремительные, огонь войны. То есть, ну а сейчас вот с поворотом ручки. То есть на начальном этапе нужен огонь культуры, и потом в завершение чуть-чуть добавить огня воинов, огня войны. Ну, войны имеется в виду не в плохом, да, смысле, то есть, а именно как как есть инское, да, женское начало, есть янское, то есть это тоже хорошее, то есть и вот чай должен питать себя. Почему? Потому что если огонь будет слабый, только слабый, чай не откроется, потому что вода не впитает энергию огня и не сможет раскрыть чай. Если огонь будет только сильный, янский, то вода слишком будет сильная и подавит чай. Поэтому вот нужно находить золотую, как говорят, буддийскую середину чайной церемонии. И четвертая материя энергия – это дерево, это сам чай. И вот для сегодняшней чайной церемонии я приготовила чай ручной работы. Значит, мы не будем заваривать отдельный какой-то листовой чай, а мы с вами заварим чай, который обычно используется для приятных бесед. Это можно использовать и в домашних условиях. К примеру, вот пришли к вам гости, и вы хотите, чтобы беседа сложилась хорошо, вы хотите, чтобы люди открылись вам, то вот такой чай, он ручной работы. И получается, энергия человека в нем максимально присутствует. Это из элитных зеленых чаев ручной сборки. Внутри здесь жасмин, еще некоторые цветы. Сейчас мы будем наблюдать, как он будет раскрываться. И сейчас я вам покажу, как нужно знакомиться. То есть поднести к себе и вдохнуть его аромат. И потом передать по кругу другому человеку. То есть, а потом мы будем наблюдать.
И пока вы знакомитесь с чаем и просите, как бы, чтобы он поделился с собой, с вами, с нами полезными свойствами, я расскажу о пятой материи энергии. Это человек и его мысли. То есть, если человек будет с плохими мыслями, чай не получится. Поэтому, почему и в начале чайной церемонии идет омовение, затем чтение мантры, и потом только приступают к чаю. И вот подошел второй этап кипения, ну, приготовления воды. Этот этап называется жемчужные нити, когда вот стремительный подъем пузырьков, вот вы можете наблюдать, и в один ряд выстраиваются. Этот этап называется еще соединение неба и земли, то есть дна и поверхности. И когда эти нити будут становиться крупными и закруживаться, это называется шум ветра в соснах. Вот тут для зеленого чая, внимание, нужно останавливать кипение. Почему? Потому что когда идет бурление, это уже вода мертвая. Для зеленого чая. И выключаем. Видите, то есть мы остановили момент нужный. Если черный чай, там на 5 градусов должна быть вода выше. Черный чай, он ферментированный, поэтому ему нужна больше температура, где-то 85-90 градусов, чтобы он раскрыл. А зеленый чай, он очень нежный, он очень мягкий, поэтому нельзя как бы его горячую кипяток практически бросать, потому что просто обожжем листья, и он не раскроется. И вот заваривать чай нужно тогда, когда останавливается движение воды. Вот мы уже видим, как останавливается движение. Мы снимаем осторожно с помощью салфеточки крышечку и пускаем наш чай. Значит, этот чай, еще раз повторюсь, называется «Богиня милосердия». И вот очень интересно наблюдать, как она будет раскрываться перед нами, то есть насколько она будет милосердна с нами в нашем общении. И вот почему я выбрала именно сегодня именно такой чай, потому что, опять же, когда идет общение, когда идет выражение каких-то мыслей, наблюдений, то очень интересно наблюдать за таким чаем. Потому что в чайной церемонии там больше человек наблюдает за собой, молча углубляется, опять же. А этот более располагает, и вот сегодня мы будем наблюдать. В течение 3 где-то минут он перед нами раскроется. Так. Пока можете, да, наблюдать. Вот как раз он ближе к телезрителям, могут видеть. Як взагалі чим визначається цінність чаю? Якісь є там елементи, наприклад, де він має бути зібраний, коли він має бути зібраний, різні сорти чаю, вочевидь, в різний час? Да, существує, во-первых, дуже багато класифікацій чая. По різним, наприклад, вот по місту зборки. Конечно же, есть чаи, которые, например, китайские, японские, то есть те, которые выше стоят, да, чем другие чаи. И дальше, кроме того, неважно еще, чтобы именно собрать в какой-то стране. Есть еще древние трактаты, вот, например, когда изучала, то даже такой момент на Янской горе, на Янском склоне горе, да, вот чай растет на всех склонах, да, горы, и на Янской горе чай сильнее и полезнее, чем на Инской. Поэтому для императоров, например, для почтенных гостей всегда собирался на горе со стороны Янь.
Также зависит, какое время года собран чай. То есть если, ну, как бы те, кто занимаются чаем, они, конечно же, все это знают, то есть что чай нужно собирать не в дождь, и наоборот, не в пасмурную погоду, и в слишком жаркую тоже, а именно вот такую легкую, свежую погоду. Кроме того, очень важно, как хранят чай, потому что могут привезти самый дорогой чай, там, да, но неправильно хранить, например, он отсыревший или еще там, ну, в таком плане, и тут уже тоже будет. Поэтому вот когда человек знакомится, он, ну, это все ощущает, то есть начальная церемония, все это ну, можно узнать, увидеть, услышать. И вот, смотрите, я не знаю, видно вам, как красиво начинает открываться наш чай. Да. То есть еще минутка, и он раскроется полностью. Якраз поки в нас є хвилинка, от ще ви тільки що сказали так, що правильно потрібно його зберігати. Да. Якщо вже людина придбала чай і вдома, як вдома правильно зберігати чай? В чому, в якій посудині? Вона має бути скляна, глиняна. Вот я как раз сегодня принесла, как бы показать вам, ну, в обычных домашних условиях хотя бы вот такие жестяные баночки. Значит, чай нужно сохранять в темном месте, подальше от приправ разных, там, я не знаю, от влажности, то есть сухое, темное место. И вот в таких жестяных баночках. Или есть глиняные. Но они, конечно же, как бы специально предназначены для хранения такого чая. Заворачиваются льняные такие салфеточки или мешочки, и так хранится. То есть вот, и пока заваривается, я вот вам, например, один из моих любимых чаев. Это тегуанинь. Значит, этот чай, сейчас я дам, чтобы вы как бы вдохнули, познакомились с ним. Это уникальный чай, его называют сыном неба и земли. То есть это что-то среднее между зеленым и черным чаем. Он как бы получается средней ферментации. Он вобрал все свои лучшие качества, как отца и матери, то есть черного и зеленого чая. И вот пока мы будем знакомиться, и вы будете знакомиться, я расскажу, вот, например, как этот чай появился в нашем мире. Также очень красивая история, легенда. Однажды один набожный чаевод каждый день богине Гуань-инь подносил свежезаваренный чай. И она, насколько как бы ее проявление благодарности, да, этому человеку было, она явилась ему во сне и сказала: «Приди на склон горы, там тебя ждет дар от меня». И вот когда он пришел туда, он увидел необычный чайный куст. Он начал его культивировать, выращивать. И, как казалось, он наделен такими необычными качествами, как бы его относят к группе улунских чаев, то есть это среднее, вот я же говорю, между черными и зелеными. И именно такой чай заваривается, например, вот на чайных церемониях гунфу. То есть, когда, ну, гунфу-чай, это называется как высшее искусство в чайных церемониях. То есть, это самая тонкая, самая изящная чайная церемония, которая может быть. И поэтому, ну, я очень люблю этот чай, например. Так, назад высыпем. Я думаю, що глядачам цікаво, а де можна придбати такий чай? Тому що, ну, наприклад, в звичайних, в мас-маркетах, так, в магазинах, ну, мабуть, важко зустріти такий чай. Де його можна придбати? Ну, ми, як би, не будемо делать рекламу, да, как бы, или наоборот, что-то говорить, ну, плохое или хорошее про чайные дома, где продается. То есть, ну, конечно же, в специализированных магазинах лучше, чем там, где продается и, я не знаю, рыба, мясо, то есть и все остальное. То есть, конечно же, нужно покупать чай именно в специализированных магазинах. Но мало того, этот чай еще должен храниться вдали от прямых солнечных лучей.
То есть, если это магазинчик, и там солнце, да, прямые лучи солнечные попадают, еще и в прозрачных баночках этот чай стоит, то как бы за 3 дня чай теряет полностью все свои свойства, потому что он поддается воздействию хлорофилла. Поэтому лучше там, где темное место. Ну, то есть у нас много чайных домов, коллекций, да, можно подбирать, но опять же, ну, конечно, чем дороже, да, тем чем чище он, вот вы когда берете, да, наблюдаете, чем лучше аромат, но опять же, аромат тоже, ну, вы должны выбирать не по, как сказать, чтобы не сильно приторный, потому что тоже добавляют, да, ну, химические элементы для того, чтобы усилить, то есть он должен быть естественный. Ну, как бы постепенно этому можно научиться. Вот на чайных церемониях мы этому обучаем. И вот обратите внимание на наш чай. Значит, если появилась пенка вот на поверхности чайника, это означает, что чай заварился правильно. Вот мы видим белую пенку. Если нужно, я открою. Вот, чтобы все телезрители наши посмотрели, увидели, какой прекрасный цветок раскрылся перед нами. Вот. И теперь можно налить чай. Для питья чая есть 10 правил, как бы, как нужно и как не нужно его пить. Вот, во-первых, нельзя пить обжигающий чай. Второе, нельзя пить холодный чай. То есть наоборот, потому что в холодном чае там уже выделяются вредные вещества, потому что в чайном листе есть как полезные, так и вредные. И вот когда, например, долго стоит, да, то выделяются со временем вредные. Но только холодный чай можно пить только зеленый. Вот для людей, если, например, хотят утолить жажду летом, да, то вот зеленый чай можно пить холодным. А о других чаях говорят на Востоке. Холодный чай подобен змее, а свежий заваренный чай подобен бальзаму. Поэтому вот так. И сейчас я выбрала такие белоснежные для нас пиалы. Сейчас уберу. И хочу пригласить вас вкусить чай. Опять же, с помощью салфеточки специальной, льняной, лучше всего натуральная, да, потому что и когда, вот, например, в глине мы завариваем чай, то также натуральными салфеточками накрываем, чтобы пары уходили, эфирные масла оставались. И брать, и вот я приподнимусь, чтобы... Значит, наливается чай по кругу. Вначале наливается гостям. Вот, чай приподнимается сверху вниз для того, чтобы вода перемешалась с кислородом. И наливается половина или 2/3 чайника, ну, пиалы, посуды. Почему это делается? Потому что считается на Востоке, если вам, вы пришли в гости, вам налили полную пиалу, это тонкий намек, что вам пора домой. То есть, дорогие гости, допивайте чай, и вам пора домой. Если вам налили чуть-чуть, это означает, дорогие гости, у нас с вами впереди долгая беседа, мы рады вас видеть, мы вас еще угостим. И вот теперь я каждому участнику, берем сверху, потому что пиалы горячие. Вот. Сегодня необычный эфир. И прежде чем пить чай готовый, значит, спина должна быть ровная обязательно, потому что считается приготовление чая занятие не из обыденных. Для этого потребен подходящий человек, который достоинством своим был бы равен достоинству чая. Такой человек должен обладать душой возвышенного отшельника, хранящего в себе красоту туманной дымки, горных ключей
и могучих скал. И вот теперь подносим к себе поближе чай и вдыхаем аромат. То есть вначале нужно познакомиться с ароматом чая. С каждым вдохом вы должны углубляться в чай, то есть все больше и больше прочувствовать. Когда вдыхаете аромат чая, можете представить, где этот чай рос. Человек может увидеть даже то, кто его собирал и в какое время года. Погружаясь в море чая, мы открываем для себя постоянно расширяющуюся вселенную ароматов и вкусов, соразмерную с нашим внутренним миром. И теперь, когда человек познакомился, вы можете мелкими глоточками. Первый глоточек задерживаем во рту, то есть не спешим его проглотить. Первый глоток должен оросить мои губы и горло. А вот второй глоток должен согреть мое тело. Третий глоток прогоняет прочь мое одиночество. Четвертый глоток должен воспалить меня огнем вдохновения. Пятый глоток проникает в мои кости, суставы и очищает их. Шестой глоток возвышает меня в небеса. А седьмой дает такое наслаждение. Легкий ветер подхватывает мои крылья, и я лечу. Такое небольшое путешествие в мир чая. Как вам чай? Ощущения? Удалось что-нибудь увидеть, услышать? Во время чая нужно вслушиваться в неслышимое, вглядываться в невидимое. Тогда есть шанс отыскать то, что ищешь. Моя думка така взагалі, що от такої атмосфери в нашій студії ще не було від самого початку цього проєкту. От, не знаю, якесь зараз, ну, в мене неймовірні відчуття, якщо чесно. І коли я уявляла, де цей чай зібраний, хто його збирає, бачила такі от схили гори, залиті сонцем. Ну і взагалі не знаю, от мені, я навіть забула про те, що ми в прямому ефірі, що поза камерами ще є люди, так само в ефірній студії. От мені здалося, що нас тут четверо, і ми не в студії, а от десь на залитих сонцем схилах гори. Взагалі
Ой, ну, мне тоже сподобалось. Таня, как ощущения? Також вдалося мені відчути і аромат, і дійсно, як от Марина каже, ранкове таке сонечко, м'яке, дуже із кожним ковтком цей спокій, ця врівноваженість входила в мене. Дійсно, зараз такий магічний стан трошки. Галина Іванівна. Я хочу процитировать Далай-Ламе, когда-то задали вопрос: «Скажите, что вас изумляет в этом мире?» И он сказал: «Человек, он изо всех сил тратит свое здоровье, чтобы заработать деньги, а потом тратит эти деньги на восстановление здоровья. И настолько он стремится к своему будущему, что забывает, что он живет в настоящем». Так вот давайте, чтобы мы тоже как-то были в настоящей нашей жизни более активные и более прозорливые, более тонкие натуры, несмотря на всю эту суету, что существует вокруг нас, чтобы мы были более чувствительными, близкими друг к другу, с любовью относились, как вот сближает чай всех людей. И вы посмотрите, вот как чай открылся перед нами. Так, і лишається у нас буквально кілька хвилин. Пані Оксано, від вас остання настанова нашим глядачам. Будь ласка. Ну, во-первых, уважаемые зрители, я надеюсь, что наша атмосфера передалась вам. Я искренне этого хотела, как бы и старалась все для этого сделать. И обратите внимание, как чай перед нами раскрылся. То есть не всегда бывает такое, что чай не открывается, ну, полностью. Поэтому вот сегодня действительно он прочувствовал наше настроение, нашу атмосферу, беседу, то есть и проникся. И вот если вы хотите, как бы, вот когда один мужчина присутствовал на чайной церемонии, и он сказал, как бы, у меня постоянно в голове цифры. Говорит, бегу куда-то, считаю цифры, ну, профессия с этим связана. И когда я пришел, говорит, на чайную церемонию, вот я долгие годы не мог даже спать спокойно, то есть постоянный поток мыслей шел. И во время чайной церемонии он: есть, говорю, что? Прекратился поток, то есть я смог вот наконец-то освободиться. То есть иногда человеку необходимо мало. Человек обычно гоняется за чем-то, непонятно зачем, опять же, а потом решает, как от этого избавиться. Так вот, я желаю вам, уважаемые зрители, хотя бы иногда останавливаться в суетливом мире, даже в домашних условиях, но правильно, вот по нашим рекомендациям, заварить чай, посидеть в уюте, поразмышлять. Вот если вам необходимо для творчества, придет вам мысли какие-то, придут свыше, чай как бы поможет, да, и вы ну, как бы решите все ваши планы, фантазии, то, что вам необходимо для работы, для творчества. Вот, и приходите к нам в храм на чайные церемонии. У нас бывает там празднуют, например, день рождения, что подарить, вот чайную церемонию, что-то, там какое-то событие важное, куда? На чайную церемонию. Дякую вам, пані Оксано, дякую Тані, дякую Валентина Іванівна, також дякую глядачам, що ви сьогодні були з нами по той бік екрану. Сподіваюся, ви змогли доторкнутися до філософії Сходу, стали учасниками чайної церемонії, яка відбувалась тут у нашій студії. Бажаю вам дихати на повні груди. Сподіваюся, що те, що сьогодні відбувалося у нашій студії, вам у цьому допоможе. Прощаюся з вами до завтра. Завтра будуть не менш цікаві гості, не менш цікава тема, тому лишайтеся із телеканалом Віха. Попереду багато цікавого.